Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня матч давних друзей. Это Симмонс и Эва. Знакомы эти команды друг другу. Наверное, не побоюсь этого слова сказать, играли друг против друга. Хотя, честно говоря, этого я не знаю. Знаю, что в один турнир, в одну лигу они попали. И будем так говорить, сегодня определиться в завершающем пятом туре лиги, кто сильнее, Симмонс или Эва. Команда же находится, будем так говорить, внизу таблицы, и тут вопрос именно чести. Я же отмечу, что Симмонс менее все-таки, на мой взгляд, уверенно играли на протяжении всего целого турнира. Пелешенко хороший проход делает, Еременко должен был забивать по пустым, пробить и переиграть голкипера. Не смог Маргун сегодня на воротах у команды Симмонс. Маргун как бросить и просто передержал. 4 секунды есть на ввод мяча, и эти 4 секунды истекли. Вот так на самом-то деле, на ровном месте, команда Симмонс дает шанс своему сопернику как минимум попробовать забить. Повторный розыгрыш ничего особо не дал. Кощеев Дмитрий обыграл Еременко. Можно пробросить. Играет лучше даже на Чеботарева. Вот не идеальный пас, но все-таки продолжает. А Симмонс владеет мячом. Пелешенко на Еременко. Кощеев поставил корпус, ну и просто сопровождает мяч. Чеботарев. Кощеев. Перепасовывается Симмонс. Чеботарев не дает ему свободно развернуться. Дубицкий снова назад. Симмонс старается выкладываться на все 100% сейчас против своего соперника. Это, наверное, и для них принципиальный матч. Вот тут чуточку поспешил. Пятый номер, Лавроненко. Как раз таки отдавал на Чеботарева, а вот с передачей все же таки ошибся. Пелешенко полностью открыт. Вот. Продолжают комбинировать. Чучек на Пелешенко. Погорельченко. Ошибка. Иконников не обрабатывает этот мяч. И у нас первый гол забивает футболист команды Эва. Сам он забил без ассиста этот мяч. Третий номер — Шевченко Сергей Владимирович. Ануфричук отдавал передачу на Иконникова, она не прошла. Кощеев. Дальний прострел. Это не удар, все же таки, не тот удар, который, будем так говорить, проблем доставляет вратарю. Ну, лишний раз вести мяч голкипер, у него такая возможность будет. Пелешенко по правой бровке протянул, Иконников немножко навязал борьбы. Аут будет для Симмонса. Кощеев, высокий прессинг, не дает все равно отобрать мяч. Командеева. Кощеев снова прорывается, развернулся. Нужно было играть уже на Иконникова. Вторым темпом на Ануфричка полноценным образом пас не прошел. Ну, а тут уже
Ошибка у нас. Он последовал Моисенко. Неточную передачу отдал. Иконников. Кащеев. Лаврненко. На удивление, длинный контроль. Это наблюдается сейчас у нас. Вот команды Siemens. Это как минимум показатель того, что осознают они, что не нужно отдавать владение мячом сопернику полностью. Иначе, закрывшись, потеряют игру. Момент ведь был уже суперский у Эва. И только что, честно говоря, у Пелешенко тоже был хороший момент. Кащеев. Не спешит Дмитрий. Сыграл на Иконникова и на Фричук. Но тут подбирает мяч команда Эва. Сразу же вперед пас. Красиво разыграл здесь Погорельченко. Ну, была попытка от восьмого номера бороться. Видим, что особо не зацепился. Погорельченко. Дальний удар от Думанского Вячеслава. Это мимо, не точно. Маргон. Дубицкий. Ануфричук. Снова Дубицкий. Иконников был открыт. Вот сейчас можно на него сыграть. Супер момент, честно говоря, у Siemens'а. Ребят, вы стреляйте. Горельченко навешивает. Эта передача не проходит. На Думанского. Ануфричук. Макащеева. Далековато от ворот. Да и угол максимально острый. Едва ли не с углового. Что ж там за удар-то получится? Туда мяч. Разыграли Эва. Неплохой контроль. Иконников мог только что на самом-то деле вступить на ровном месте в отбор. Выход мяча тут будет явно. Даже можно было не вести борьбу по скорости. Не успевал зацепиться. Кащеев. Иконников. Дубицкий отыграл на Кащеева. Иконников снова по диагонали открыт. Вот разглядел Дмитрий. Это у нас симпатичный мяч. Да, так выглядело по-дружески забитый этот гол от Иконникова, но Кащеев отдал классный пас, честно говоря, друзья. И 1-1 у нас таким образом счет. Продолжает комбинировать Эва. Аут еще один. Шевченко. Кащеев. Смелое решение от Чеботарева. Все равно дальше продвинуться не получилось. Удар сблокировал голкипер.
Маргун сразу же бросил на Дубицкого. Диагональный пас проходит на Чеботарева. Можно пробить. И это гол, друзья. Находит такие возможность, когда и где пробить это без ассиста, забивает у нас Чеботарев. И сразу тут сейчас берет тайм-аут команда Эва. Мне казалось, что фаворитами этой встречи является как раз таки Эва. Но пока что ведут в счете как раз таки белые. Чеботарев. Снова Чеботарев поставил корпус. Думанский на Пелюшенко. Моисенко там, судя по всему, на Пелюшенко снова адресовывала передачу. Она не прошла. Кощеев. Чеботарева. Ануфричук. Сильный удар по исполнению. Но голкипер подальше от ворот. С сомнениями и с сумбуром. Но подальше от ворот на всякий пожарный. Выбивает мяч. И угловой для команды Эва. Опорная нога поехала у Кощеева. Можно сейчас в контратаку уходить. Как-то без зуба смотрится, честно говоря, пока Эва. Лавриненко на Ануфричука. Давал передачу, она не прошла. Пелюшенко на Еременко. Мимо ворот. Иконников. Хорошая обработка выдается Иконникову. Александр Иконников достаточно неплохо разыграл. Неудачным образом разыграли для себя Симмонс. Правда, тут же и подобрали мяч. Выгоднее ситуация сейчас значительно, чем после розыгрыша углового. Опять же, ничем она особо не закончилась. Не готов был Чеботарев здесь вступить в игру. Кощеев на Лавроненко. Можно право отдавать передачу. Не видит Лавроненко своего партнера по команде. Моисенко давал передачу, она не прошла. Думанский. На Еременко играет. Явно сильнее. И тут в касание старался перевести на своего партнера. Но опять же, чего-то да не хватило. Вратарь все-таки нашел более выгодный выход из ситуации. Там просто поднимается за воротами сетка, и не нужно, конечно, перелазить. Но Кощеев продемонстрировал американские армейские навыки, достав мяч из-за предел поля. Хороший по силе удар от Пелешенко, но по точности столь же нехороший. Маргун. Дубицкий. Ошибочный пас. Нельзя такие и вправду отдавать. Согласен с капитаном Симмонса. А как будут выходить из ситуации? Никак, судя по всему. Погорельченко на Пелешенко. Пелешенко снова на Погорельченко.
Активно перепасовывается Эва. Да, то, что надо. Продолжать комбинировать. Горечка просто назад на Шевченко. Можно где-то уже бить. Пелюшенко круто разыгрывает. Но я напомню, что Симонс достаточно неплохо обороняется, пока счет не становится крупным. И команда не, ну, может быть, не безумно бегущая, но вот зона обороняться более или менее умеет. И таким образом навязывают как бы такой футбол суховатый, когда закрываются в обороне. Ну, на секундочку, как минимум неплохо удается им это делать сейчас. Так и 15 минут встречи прошло. Но вот тут все-таки нашли выход. Забивает у нас Погорельченко с передачи Шевченко на 15-й минуте встречи. Таким образом, сравнивая счет, 2-2. Настоящая борьба. Хотя, повторюсь, казалось, фаворитом именно как раз команда Эва. Еще один момент. Маргун среагировал. Ищет, как бросить. Брос. Хороший разворот от Пелешенко. Борется он с Дубицким. Первый корпус поставил. Фалить не нужно. Поэтому руки и убрал. По итогу Пелешенко. Горельченко. Хороший пас. Продолжает борьбу по Горельченко. На Шевченко играл. Вот сейчас есть шанс контратаковать. У Симонса явно сильная передача. Вратарь тут почищает как нужно. Не-не-не, на свое! Дубицкий. Чеботарев. Отбирает мяч Александр Пелешенко. Аут снова для Симонса. А вот тут первый, наверное, такой серьезная досадная ошибка. И, как мы видим, недоволен тем Погорельченко Андрей, что не подсказали, что были сзади игроки, которые идут в отбор активно. Ну и таким образом потерял мяч, казалось бы, в супер перспективном моменте. Сейчас есть шанс. Маргун снова блокирует этот удар. Погорельченко. Шевченко обработал по бровке мяч. Сыграл на Погорельченко. Хороший проход дальше. Снова Шевченко. Можно бить. Явно неудобно для себя. Обработал мяч. Очень короткая дистанция между игроками была. И как-то положительно разыграть в этом эпизоде не так-то просто. Момент, чтобы он стал результативным. Мяч в поле, а вот команда продолжает играть. Уже был приятно удивлен, когда же игра остановится. Ну. Разыграли. Шевченко. Погорельченко сбросил пяткой. Очень неплохо, достаточно, казалось бы. На 5-го номера. Не так опасно. А ну Фричук. На Кощеева. Скрытая передача. Она проходит. Хорошая скорость у Дмитрия. Может он убежать. Почему удар не решил делать с носка, неясно мне, честно говоря. Ну вот таким образом действовал. Там что-то паника. Давай. Конников. Чеботарева.
Вторая попытка вдогонку пробить, этот удар выше приходится. Есть мяч, есть. Думанский играет на Моисеенко. Сам пошел в обводку Моисеенко. Ударная позиция, Маргун отбил как-то неловко, так вот присев, будем говорить, на корточки, не понимая, как мяч может вообще так полететь, судя по всему. Боялся как раз таки пропустить между ног. Погореченко на замахе подловил и очень хороший пас отдает на пятого номера. А вот почему он как раз не забивает, Кустов Игорь, неясно. И первый тайм у нас окончен. 2-2. Ничья.